Так, я вернулась. Так быстренько время проходит, блин, когда я веду прямой эфир. Просто капец какой-то. Это. Друзья мои, это сейчас Хани к нам присоединится. Ханечка, давай, присоединяйся к нам. Настюха, Турал это мальчик, с которым я познакомилась вот последний день, последний раз, когда я была в Нубиане. Хороший чувачок, очень хороший. К сожалению, так получилось, что, блядь, я говорю, не добыли мы в отеле, и там, ну, много было нюансов, которые не позволили нам нормально продолжить общение. Ну, что там? Хани, ты где? Хани! Сейчас ждем Хани. Нужно туралить было. Мась, я тебе потом расскажу нюансы про этот нюанс. Подождем Хани сейчас. Друзья мои, кто хотел Хани увидеть, сейчас увидите Хани. Хани-мани моего. Сохрани эфир. А я сохраняю, тут тоже сохранила. Хани! Where are you, my baby? Ликочка, привет, зайка, привет. Я без ресниц уже, все. Не нарастить ничего, блядь. Приходится без ресниц теперь ходить. Римулик, привет, привет, девчули, привет. Как всегда, красотуля, спасибо. Ждем Хани. Хани, ну давай там, звони, если ты тут. Или я добавлять буду других девочек. И мальчиков. А Турал, да, классный мальчик. К сожалению, мы ничего не успели сделать. Ничего. Теплый душевный эфир. Особенно, когда я матюкаюсь, да? Привет, девчули, всем привет. Задолбали своими рекламами, ну. Я тебя обожаю. Ты без ресниц хороша. Моя душа, да. Спасибо, девочки. Блин, из-за света от окна один глаз светлый, другой темный. А я как чучело без ресниц, без ногтей. Мася, ничего страшного, отдохнуты ногти и ресницы у всех женщин. Мастер-класс, покажи макияж. Девочки, я даже не заметил, что ты без ресниц, красавица своя огромная. Какие свои? Ты что, это у меня тут одна осталась от нарощенных? Вот сейчас даже вырву при вас. Это. Я вела прямые эфиры. Когда вот в Египте была, и красилась при вас. И у меня не получалось нормально. А иногда получалось именно по пьянке. А именно целенаправленно вот так садиться, краситься, что-то мне не нравится. Катюнечка, спасибо. Я люблю, это не оливковое, это хаки, хаки. Я люблю этот цвет, у меня очень много вещей именно хаки. Зеленоватые. Как всегда, богиня. Спасибо, девочки, спасибо. Где наш Хани, блин? Хани, звони! Девочки, напишите, пожалуйста, Хани в этот, в директ, чтобы он ко мне сюда зашел. А то я не могу сейчас с телефона зайти. Фамилия у тебя мамина или папина? А как вы думаете, мама у меня украинка, а папа азербайджанец? Катюша, как у вас дела? Катюнечка, как у тебя там дела, спрашивает. Рима, приглашаем вас на модель. Приглашали вас на модель XL? Между прочим, я была в первом сезоне, и я была на втором месте. Хотя первое мое было, я была победителем, но мне дали второе место. Давай, моя, нас подключай. Девочки, сейчас хочу Хани, Хани подключить. Вот все хотят, многие просили Хани. Вот сейчас Хани жду. Всегда настроение поднимаешь. Всегда? На-на. На-на-на-на. Где, блин, Хани? Почему дали второе? Какое шоу, такие, блядь, и места. Так, у меня или завис эфир, или шо? А, не завис, пошло. Хани вчера был в прямом эфире. Девочки, девочки, он сейчас мне писал, вот и как раз эфир закончился, поэтому это. Видела твое дефиле, бурлеск, супер, у всех стало мужиков. Знаете, что самое интересное? В том моем дефиле я должна была быть не только в этом корсете, у меня должна была быть
красивые чулки, перчатки, длинная челма и зеленый камень здесь, типа восточная красавица. В итоге, блядь, чулки были маленькие, перчатки говняные, но в итоге выходить в одном корсете и в челме тоже не то. Поэтому вышла вот так. Наплакалась, и мне говорят, ты выходишь первая. Короче, буквально 2 секунды до того, как выйти, я плакала. Но никто не заметил, да? Наверное, ты расстроилась, что сейчас трудно уехать на море. Да, девочки, очень расстроена. Очень расстроена, потому что для меня, ну, у меня сейчас и рабочие моменты связаны с поездками в другие страны, и много обломов. Он не в сети. Выходи почаще, это пиздец, как скучно. Ты настроение поднимаешь, обожаю тебя. Так вот же, это смотрели и очень за вас переживала и болела и горчила, что вам не дали первое место, суки. Сейчас увидела новый сезон, а вас нет, жаль. Какой новый сезон? Он 2 года снимался, второй выпуск, второй сезон. А я там что буду, что мне там делать? Я каждый раз, когда кого-то выгоняли, думаю, господи, хоть бы меня, блядь, выгнали. А в итоге меня не выгоняли, не выгоняли, не выгоняли. Понимаете, да, какое шоу было? Почему солнышко такая красивая, обожаю тебя, ты самая красивая моя королева. А вас плохо было слышно. Светик Аханя, что-то это, походу вышел с Инстаграма, блин. Блин, а у меня получится ему написать? Сейчас я ему напишу в Вайбере. Все, я написала Хани. В Египте такие веселые трансляции были. У меня всегда хорошие трансляции, когда у меня хорошее настроение, друзья мои. Особенно на морях, это факт. Сколько можно эти волосы, блядь, трогать, да? Сколько можно трогать эти волосы? Пойдешь на новый сезон. Нахуй он мне сдался, блядь. Я Хане сейчас написала, сейчас посмотрим. Если он не напишет сейчас, то я буду других девочек присоединять. Грузь в жопу. Макияж крутой. Спасибо, друзья. Стараюсь. Стараюсь. А еще, знаете, что супер? Фильтр и свет. Мне Катюша подарила такую систему световую хорошую. Я вам сейчас покажу одну из них. Смотрите. Катя, это твои лампочки. Еще красивее стало, да? Ты так заряжаешь энергией. Вот видите, я вас заряжаю, и теперь вы меня заряжаете. Видите, какая лампочка? Опа, опа. Это без лампочки. Ты очень мотивируешь. О, Хани! Давай, просись! Хани! Хани! Давай! Показывай свою мордашку красивую. Давайте, Хани, наш Хани! Где там наш хани-мани? Почему? Нет, Ханя, мне кажется, на тебя надо на настройках зайти, посмотреть, чтобы можно было включать. А, вот почему ты ко мне не звонил, да? Ты без меня скучаешь? Я думала, ты меня приревновал к другу своему. Короче, а если я сейчас выйду с прямого эфира и тебе позвоню на Вайбер, у тебя будет работать камера? А, ага.
Друзья мои, Скажи, пожалуйста, хорошие слова для меня. А еще? Еще говори. Там будет другое, а сейчас что-то тоже скажи. Тебя все равно не видно. Тебя все равно не видно. Говори. О, Господи, Боже. Стесни. Ты скажи. Друзья мои, а слышно, что Хани говорит, или не слышно? А, тебя и не слышно. Не слышно, Хани, да? Тебя и не видно, и не слышно, только я тебя слышу, представляешь? Офигеть. Друзья мои, слышно то, что я с кем-то говорю, да? У тебя очень красиво. Друзья мои, подожди, Хани. То есть вы меня видите, то, что я разговариваю с кем-то, но не видно и не слышно, Хани, да? О! Ханя, тебя не слышно. Подожди, все равно это сейчас лично мне будешь говорить, когда я включу. Я сейчас тебе позвоню на Вайбер, говорю, подожди. Я сказала, я к тебе сейчас зайду и скажешь мне лично. Я сейчас тебе на Вайбер позвоню. Друзья мои, вы меня извините, я сейчас...